Так, дома у нас красота и вкуснота. Время обеда. Фаршированная картошечка. Холодец домашний. Так, помидорки вот одна домашние. Ложка есть. Это по ложке и по вилке. Присаживаемся. Иди, присаживаемся. Сейчас. Иду. Бегу. Иди. Бегу. Привет, мой питер. Ты водички не будешь наливать себе холодно? Не, я так. Значит. Пойдем на ней. Так, ну я... Вот это будет у меня ложка, это вот здесь вот. Короче, будете с этими ложками брать это, салат. Рыбка. Так, всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Да, вилка. Пойдем. Горячая. Что вы, девушки? Здесь масло домашнее, запах сразу же. Сливочное, ага. Это кусочек магазин давал. Все равно по запаху, по вкусу домашнее масло отличается. Производство. В общем, кушаю. Здесь салат. Вот здесь порезала мелко помидорка, оставшаяся. Угу. Маслинки. Лучок. Маленько посолила и похудшего масла растительного нажала. Не рафинированного. Все. А там консерва и холодец. Холодец голодный. Тут там у нас голодный. Горячо. Так, если картошка не засоленная, берите соль. Соли достать, давай я достану соль. Будешь соли? Надо. Не надо? Да. Мне тоже хороший. Надо. Там я подсолила, где? Ну, маленько подсолила. Рыба соленая. Угу. Рыба соленая, холодец соленый. Здесь это все соленое. Вот и Занянькой ходит. Сзади. Я говорю, да ходит. У нас Занянька ходит. Ходит за ней. Она его моет? Не, скачут и играют. Нянька. И плохому учит. Я сегодня звонил специалистам, которые вот бычку стерилизовали. Ага. А, сказали, да, ровно сиамочку 8 месяцев, говорит. У нее еще не сформировалось, чтобы не было ничего, ни этого. Это 3 ноября и будет, да. 8 месяцев уже. 3 ноября и 8 месяцев. А шушика? Шушика попозже, лапка заживет, ему вообще... Ну да. Когда приезжал ветеринар, то он вообще 4 месяца сказал. Он по зубам смотрел. Нет, как стерилизовать тогда его? Ну, полгода. Его, как коты раньше все заливают. Короче, Мюску в ноябре... Этого, наверное, в конце ноября, да? Да. А то растерилизовать их уже, чтобы было спокойно. Еще про это покапать. Вот будет нормально. Есть там еще одна баночка. Я тебя и... ходила в магазин, купила две баночки. Ну выйди, что? Что выйдет? Жди. Что? Соседских котов. Нам даже ждать не надо соседских котов. Зачем? Чтобы он начал... Нет. Что ты, что? Нет. Зачем? Я говорю, из-за этого. Бучка вообще он злее стала. Еще злее. Говорят, что... Обычно пишут, они сразу спокойными Бучка становятся. Ну, Бучка спит. А Бучка деловая, боевая такая у нас, это, характерная.
на своей волне. Я вчера захожу в ту комнату. Я сначала не поняла. Вот этот вот тапочек, которым Шушек спал. Угу. Ты принес. Там у нас этот мусик спит. Угу. Как он туда поместился? Туда-туда. Он, короче, вот так калачиком свернулся. И полностью этот тапочек за это. Ну. Так у него место-то это, а там оно как раз тепло. Ему бока держит теплую. Да, бока теплая, верхушка вся эта. И он морду мне вытянул. О, здорово. Он с одним утром там спал. И он накормил, пришел. Хотя иди там. Круглые лежанки. Кастрировать их надо обязательно, чтобы они не ходили везде, не это. Да. Прям аж ходит и ходит. Да, у нас мусик лазит везде, орёт. Ну, они, если боевой длиннокус, значит он с другими котами все равно будет драться. Это у него заложено в венах. А если он тюха-матюха, значит он и будет вот такой, и такой будет. Никакой. Там. Нам самое главное, что чтобы девок будет защищать от чужих котов. Тупо. Вот этот не знаю, кто еще. Что будет за чудо такое? Волосатое. Лапы опять высокие, хвост растет. Что с дыбом стоит волосенки? Ой, не знаю. А в чем юмор картошки? Что? Не разваливается потому? Кого? Картошка да картошка. Потому что она фаршированная, вкусняшками. Ну, дела я так захотела. И с сыром. Андрей, я не вижу. Как оно же внутри? Нет. Ну внутри там, да, это, Вова. Там и картошка, там и сырок. Знаешь, одну картошку вареную или жареную, как-то, знаешь, не это, а тут вот да. Такая будет. Ну ты так захотела. В чем прикол? Ну что прикол? Вот ты спрашивала. Так я картошка и картошка внутренней соединение. Ну так это. Ну, как нету, ну. Ну ты возьми мясо, фарш, возьми на фаршируй. Возьми побольше картошку. Хорошо делайте. Дырочки. Обжарь фарш. Все туда. Лук. Морковку. Можешь так делать. Это я просто маленькие сделала у нас там еще. Маленькие. И то надо было побольше отварить. Я думала, это хватит. Наверное, вывалилось. Да, ну здесь все. А он дальше чашки никуда не вывалится. Потому что в каждой. Если не проткнешь. А осторожнее можешь проткнуть, но хорошо, то хлеба я их не буду. Это. Они уже. Я раза три, наверное, там готовила. Ничего. Так что вот в этом и прикол. Чтоб ты матрица, вот видишь, там внизу матрица. Что ты помочил матрице сливочную картошечку? Можно было сухари панировочные, но они мелкие такие. Можно было побольше насыпать. Возьми эту уже, это, убери вот на салфетку, формочку, а туда, реально, вот, ну, ложи туда. Рыбку дай.
это, ну, с ароматом. Будешь ли гуаш? А не с этой картошкой. Короче. Так? Ой, наелся. Можно было сыром еще сверху хорошо посмотреть. Не, нормально стало здесь. Он чувствует себя. Я сыр оставила, это для другого. Конечно. А то сильно будут. Так, ну я что тогда? Шапку-ушанку потеплее, да пойду пока. Это, я доски, те старые гнилые перепилю, которые показывал. Это, чтобы, так, ветер. Так чтобы им снегом не поперевалило. Надо там убрать, чтобы не валяло так что-то. Я понимаю, но сегодня ветер. Так он и завтра будет, и послезавтра теперь все до зимы, до первых снегов. Уже осень началась. Ну, очки, ты знаешь, где у тебя очки? Не помнишь? Зачем мне очки? Я это буду жикалкой. Жинь. Ну что, ты закончишь? Я туда вот сложусь, все, чтобы они не валялись. А потом перегной будешь? Ну, еще до перегноя надо будет собрать вот эти градки, потом перегной, сколько успею, сделаю. У них и это... А те, которые... Возле строительства... Что-то я обвила. Кого? Доски. Которые со строительства дома оставались. Пустые. Да у него там есть доски. Я их стыкую. Да, у забора. Забора у тебя доски там. Я не пойду по временку на половину, они слишком короткие. Вот эти или те? А? Че? Там все это заварено. Ну это там потом зимой надо прибираться. Что-то все равно делать. Картоны. Если бы мы топили, так значит картоны бы это. Ну это система такая, что. Внизу там сколько осталось? Рубероида. Нет, ничего не осталось. Прям подчистую. Даже самые ошметки я и то все использовал. Какие были. А. Все ошметки. Отвати что ли от этой? А? От тепловаты, конечно. Нет, рубероид оставался. Я все шмётки использовал. Ну тут туда нажимать надо. Конечно. Мучился отрезать. Нет. Хоть и говорят, я зато одну теорию сказал. Ставьте всегда рубероид, чтобы он не слеживался, не склеивался. Ну, с тремя ставьте вот эти вот роны, ставьте. Ерунда, он все равно склеится. Он все равно склеится. Со временем. Да, со временем все равно склеится. Ну, всегда так считалось. Я не стоим, всегда в подвале. Вот оставилось после строительства дома рубероид оставался. Я стоим их поставил и все в подвале. Да не стоя. Наелся, мам. Включать. Как кофейку попить. Ой, как хорошо попить. Включать, ага. ТВ. Ладно, одеваюсь потеплее. Одевайся. Потеплее одеваемся и идем. Гусь тоже дрыхнет, набегалась гусяшка. А я не помню, на утром ты мне попросилась, убежала. Так она, я сижу, это, вышел домить, она тик-тик-тик, прибежала, дверь открывай. Я открылся, опустил. Она прибежала, поела добавить. Послушай, тут это самое. Чё? Кого? Фишка какая. Чё? Это? Чё фишка? Я на крыльце. Угу. Раз боковым так, что бежит. Раз. Раз и ноль что. Я дверь открываю. Угу. Вина раз сюда домой. Наелась. Угу. Будешь? На мать уже ночь это самое, разговаривает. Что я думаю разговаривать? Мышку принесла. Она вот такую мышку принесла. А, побегала. Такая. Да, у тебя уже, спит. Да, уже сбегала. Это уже, тоже где-то спит. А я и закрыла, потому что туда, в ту комнату закрыла Тошка, Тошку и Мюшку.
Опять принесла труженица показать. Ну, что... показали, она сюда принесла. Она маленько поиграла и тут же смякала. Утро. Все. Труженица наша. Ну и на улицу опять. Что-то Мусик у нас не любитель мышек. Он умеет ловить. Он раньше, он когда был ходит. Моложе, он ловил. Почему идет он пить? Он раньше от соседей. Постоянно ловил. А сейчас что-то вообще. Он раньше от соседей таскать любил. Повторила, потолкела. Так и возраст, сколько ей то уже. Вот она уже такая, а выша, она сама по себе такая, вот она вышагивает, а сейчас уже старенькая. Понятно. Ладушки, да, вот такой вот... Поговорили опять о кошках. Вкусный, ну а о чем еще говорить? Кошки, погода и все. Собачки. И собачка. Вкусняшки еще. Все, с вами были мы. Дорогие мои, наш обед. Обед, все мира добра. Там суп тут собачки, а еще солянка. Ага. Чашку я выложила. Все, всем пока-пока. Да, здорово. Пока. Все? Пока-пока. Кто хочет? А вот, говорит, начинки нету, а вот она же запеклась. Начиночка. Внутри. Да. Она, видишь, я вырезала, ты ее не чувствуешь, она картошка просто. Небольшая, и я вырезала вот эту серединку остреньким ножом, и вот эту вот серединку, что вырезала, я потолкла картошку. Картошка в картошке с сыром деликатес. Деликатеса да, должно быть мало. Да, дорогие мои, там чесночок, там масло растительное, там сыр. Чего? Да есть да, вон оно у нас, смотри, видишь, разделено на две части. Не, я пока не увидел. Вот здесь сорбепу не увидел. Ладно, все. Бачочки одевать надо. На сегодня все. Ну, в общем, вот всем так. Мира добра. Покушали. Всем пока-пока. Еще мало надо было побольше сухариков насыпать, они мелкие, панировочные. Ну что, дорогие мои. Пока-пока, Владимир Васильевич. Здоровья, счастья, пока-пока. Удачи. Всем пока-пока. Да, пока-пока.